Если мусорить сейчас, то довольно скоро могут вырасти у нас мусорные горы. Ребятишки Маша, Витя вместе мусор выносили. Все несли в одном пакете, причинили вред планете. Призадумались тут дети. Можно все распределить, мусор надо разделить. Синим баклажан бумагу. Зеленым кинем железяку. Красный бак, бутылки пластик. И потом уж на завод. Тут специальная машина все везет переработать. И это будет о природе, пожалуй, лучшая забота. А на заводе изготовят все от футболок до блокнота. Вот так раздельный сбор спасает ресурсы, вещи и природу. Давайте будем беречь планету, другой такой на свете нету. Развеем над нею тучи и дым, в обиду ее никому не дадим.